чтобы стать первыми в Украине, харьковчанам пришлось обойти 13 команд, а это 100 экипажей. Решающим стал последний этап чемпионата страны по ралли «Трембита», который прошел в Ивано-Франковске. Здесь было 400 километров труднопроходимых дорог и 6 специальных скоростных участков. Главный соперник – команда «Астаны». 6 очков отделяло харьковчан от долгожданной победы. Это была очень тяжелая победа, наверное, самая сложная, потому что, ну, честно говоря, мы привыкли быть на первых местах, мы привыкли, когда команды побеждают. А когда у нас сошло две машины, и последняя машина выбарывала эти 6 очков, и в результате Чмых финишировал 5-м, а Кузьменко из Астаны 9-м, и мы не победили в этом этапе, но мы выиграли чемпионат. Директор команды «Чемпионы», чемпион Украины по автокроссу Алексей Беседин говорит, к этой награде они шли долгих 4 года. У нас в команде 12 лет, но мы были чемпионами по автомобильному кроссу, по горным гонкам, по кольцевым. И только ралли нам не давалось, и мы боролись вот эти все 4 года, приближаясь то больше, то меньше, и мы были на втором месте. И сейчас могли оказаться и на первом, и на четвертом. Но оказались на первом, и в этом году корона раллийная досталась нам. В этом году харьковчане уже привезли домой Кубок Приазовье, а через 2 недели едут завоевывать Кубок Крыма. Но главная цель новых чемпионов – привезти в родной Харьков Кубок Европы. Евгения Гукова, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».